если есть характер член, то вот собственно член. Если есть характер член, то его линейный член есть сумма корней там со знаком минус, а свободный член есть произведение. А вот давайте вот такой вопрос обсудим. А для кубического, вот если есть кубический, известно, что у него имеется горы. Х1, х2, х3. Ой, а кстати, сказать не больше. Я забыл спросить, а почему не может быть трех решений по квадратному равнению? Да, почему не может быть трех решений? Я забыл спросить. Почему не может быть по квадратному равнению трех решений? Да. Можно прекрасно сочетать. Нет, секундочку, так я вас спрашиваю, да, почему формула корней дает всем, всем. Не важно, что оно будет не равно. Вы правы, но мой вопрос... Если будет А равно 2, то можно сказать, что у нас встреча будет лучше. Если просто... Нет, если А равно 0, то... И С равно. Да. Если С равно 0, то, безусловно, да, уравнение 0 равно 0, очень много решений. Но нет, мы не про это говорим. Мы говорим, когда коэффициенты не все равны нулю, почему не может быть такой хорошо? А может еще есть какой-то корень, который мы забыли? Что? Почему? Почему не может? Почему? Давай. Да. А как доказывается? Как доказывается? Вот такая, это вопрос, который я вам задаю. Мы же, когда формулу получали, мы же решали уравнение и получили два корня, и не больше. Да, вот я спрашиваю, как это получилось? Кто как помнит, получилось? Как выводится формула? Как это получилось так? Да. Как это получилось так? Ну, как так вам будет не очень удобно, потому что сейчас я спрашиваю то же самое по кубическому уравнению. Да, вот что значит поделить уголком? Прекрасные слова, вот прекрасные слова произносят. Что значит поделить уголком? Значит, представить многочлен степени n. Вот напиши. Тимур, а не проще вам сказать, что r – это такой многочлен, для которого выполнено это равенство, когда все скобки раскроешь? Да, но не очень проще, потому что какая, вопрос, какая степень r? Первая или меньше. А, ну потому что, смотрите, при раскрытии у вас как раз получается. Первое слагаемое имеет ax квадрат, ну а если r имеет большую степень, то ни с чем не сократится. Отлично. Прекрасное наблюдение. Очень хорошее соображение. Это очень хорошее соображение. Да, секундочку, но вы подождите. А вот теперь следующий вопрос. А вот все-таки, если у нас три корня. У кубического, простите, у кубического полинома три корня. То как найти коэффициенты? Как найти коэффициенты полинома? Давайте квадрат. Смотрите вот эту строчку про квадрат, считайте, что поняли. Нет, вот то, что вы сейчас написали, можно понять. А вот теперь кубический. Кубический многочлен, то три корня. А я не знаю, вот как найти коэффициенты? Как найти коэффициенты? Знаю. Как найти коэффициенты? Знаю. Получается, а в скобе плюс x квадрате плюс
есть легенда, что когда исполняли, Булгаков написал роман и пьесу по роману «Белая гвардия», «Дни Турбиных», они идут сейчас в Москве. И есть легенда, что когда исполняли в «Днях Турбиных», есть эпизод, когда герои поют «Боже, царя храни». При этом они выпили, и вот они на пьяной вечеринке начинают так на веселе петь «Боже, царя храни». Легенда состоит в том, что когда Амхат в это время был в какой-то такой чрезвычайно хорошей форме. Это был театр, там играли ученики Станиславского, так сказать, это были это великие актеры. И в зале, естественно, сидели не просто зрители, купившие билет в кассе, а сидели партработники, потому что спектакль был политически заостренный, и просто так попасть сюда было нельзя. А шел он только потому, его пытался запретить репертуарный комитет, но Сталин очень любил «Дни Турбиных», Сталин посмотрел «Дни Турбиных», потому что там 30 раз, и лично посмотрел, и поэтому он не давал снять спектакль. Так легенда же говорит, что эти самые партработники, когда раздался гимн, вдруг весь зал встал. Не знаю, правда или нет, но рассказывать. Так, да, очень хорошо. Так и что же вы получили? То есть получается, что вы... Замечательно. Так, я тебе очень скучу. А если бы мы гасили на четвертой степени? Или давайте даже N, давайте так, в общем. А, N. Имеется корм. Нет, лекторий, он же не является курсом. Он является отдельными лекциями. Нет, я имею в виду на основных занятиях. Ну, разумеется, да. Ходите на основные занятия. А? Я слушателей призываю ходить на ваши занятия. Ну... Посмотреть YouTube, Валечки. X, N, минус второй. Уже N была, N, минус первая была, сейчас N, минус вторая. Чтобы вот именно вот этого избежать. Да.